сказал, что женщины и техника несовместимы. И что магическим образом в наших руках перестают работать мобильные телефоны, новомодные гаджеты и чудо-компьютеры. Дорогие мужчины, неужели стиральные машины, холодильники, микроволновки, с которыми мы имеем дело каждый день, уже не техника? Клиентки технодома и раньше были молодцы. Но за эти 10 лет мы стали продвинутыми пользователями. Поздравляю технодом с юбилеем!